гениальные вещи прошлого. Она наступает на досточку, досточка же швельца, она пымц. Я долго к этому шла. Выпрямись, выпрями, спинку держи ровно. Я ей говорю, да мне музей ощущений, то есть я вот сделал, я молодец. Это ступа. Настоящее транспортное средство кого? Балалайки. Да. Некоторых сжигает, выбрасывает, а я на свалке что-то вижу, тащу к себе. Если девушка готова погладить, используясь только одной рукой, рубеля, ее можно брать замуж. Ты все время их берешь на слабо. Вот это было, а вот ты догадаешься, вот ты современный человек.